В республике продолжается благотворительная акция «Подари компьютер. Мы за равные возможности». Акция организована в рамках проекта «Библиопай. Равные возможности». О проделанной работе за год организаторы говорили за круглым столом. Сейчас в мире уже более миллиарда активных пользователей интернета. Компьютер и глобальная сеть – мощные инструменты обработки и обмена информацией между людьми. Безусловно, что эти вещи могут значительно расширить границы для развития, общения и творчества людей с ограниченными возможностями и здоровья. Национальная библиотека Чувашской республики в своем составе имеет читателей, которые имеют определенные физические недостатки. Их очень много у нас, поэтому идея создания этого проекта сводилась к тому, чтобы привлечь и других людей, имеющих подобные проблемы, и чтобы они могли реализовать свои возможности эффективнее, и чтобы об этом все узнали. Цель проекта, как отметили собравшиеся за круглым столом, сделать мир людей с особыми потребностями ярким и интересным. Работа велась по 5 направлениям. Это интерактивное общение, приобщение к культурным ценностям, развитие творческих способностей, компьютерная грамотность и правовое просвещение. Силами участников проекта был создан портал «Интернет-ресурсы для людей с ограниченными физическими возможностями». Некий путеводитель по интернет-пространству. Здесь есть полезные ссылки на порталы и сайты с информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации. Также сайты по культуре и искусству. Портал значительно облегчает поиск информации людям со специальными потребностями. Один из ключевых моментов нашего портала – это полезная информация. Там мы собрали такую информацию, как горячие линии, не только общероссийские, но и чувашские. Мы дали перечень организаций, которые занимаются этой проблемой у нас здесь, в Чувашии, Чебоксарах. А также, например, мы собрали информацию по всем ортопедическим магазинам, что, в принципе, тоже очень интересно, потому что эта информация не была собрана нигде по Чувашии. Национальная библиотека издала мультимедийный диск по творчеству людей с ограниченными возможностями «Весеннее настроение». Организаторы напомнили, все, кто может и хочет помочь людям с ограниченными возможностями, могут внести свой вклад или принести компьютерную технику в отдел маркетинга и инноваций Национальной библиотеки. Дани Фатагирова, Евгений Анисимов, Республика.